Всем привет, с вами Сироп. Вот такой вот поезд. Этот поезд я собрал сам. У меня не было моторчика, но я создал новый моторчик. Это тележка. Вот к ней вот идут вот это у нас соединение. Оно вот так вот может поворачиваться при поворотах. Но рейсе нам надо не поворачивать, а ехать прямо, то мы можем вот эту пластинку, которая снизу, не буду переворачивать сейчас, чтобы поезд не опрокинулся, вот туда, вот прям вот там, вот где тапочки. В общем, вот там палочка, ее чуть сдвигаешь туда, вот туда, ближе к вот этому концу, началу поезда. Вот у нас батарейный блок. Он отвечает за свет постоянно. Это у нас блок моторчик. Вот мы его включили. Вот у нас этот тоже включается. У нас загорелся свет. Это у нас передняя часть. То есть это совмещенный вагон большой. И вот он, обычный вагон. И сзади тут тоже горит красным только уже. Вот такой поезд. Сейчас покажу, как ездит. Вот он проходит поворот и хорошо едет. Вот. Сейчас покажу, как он едет ночью.